Айо, друзья, я всех приветствую. Сегодня Counter-Strike, полезные флешки, смоки, молоты, короче, в общем, гранаты. У нас сегодня будет карта Ancient, я вам покажу, как можно занять без проблем мидл, какие смоки использовать, какие флешки и полезные молоты. Поэтому присаживайся поудобнее. Как напоминаю тебе, что, как всегда, все полезные ссылки будут закреплены в комментарии. Ну что, погнали смотреть видос? Let's go! Ну что, друзья, с вами залетаем на карту Ancient, да? И сегодня тебе покажу полезные флешки, смоки, чтобы занять попросту мидл и выйти. Давайте первый смог покажу. Смотри, какая у вас респа будет. Остановимся сюда, именно занимаем эту позицию, да, и целимся вот в этот данный угол, то есть вот сюда. И джим троу бросаем, и прилетает у нас смог. Ну, видим, как вот прилетает смог прям мидл, да, по левой менюшке. А также становимся сюда, целимся вот в этот вот, видите, в данный угол джим троу. Либо даже можете сюда, он без разницы тоже прилетает. Просто смотрите, один прилетает прямо вниз, который первым показал, да? Чуть пониже, а другой то же самое. Вот видите, чуть левее, чуть правее. Также это полностью все закрывает. Также смог. Так, давайте, нет, не про смог. В пончик можно дать смог. Смотрите, занимаем данный вот этот угол, да? И целимся вот в эту данную позицию. И когда добегаем вот до сюда, при помощи джамтру бросаем. Именно шифтом идем, бросаем. Смог летит у нас прямо в пончик. Идеально ложится. Без проблем можете в мидл заходить. Также своим тиммейтом на миду вы можете помочь вот такой вот флешкой. Видим данный камень, да? Берем в руки флешку. И при помощи маленького разбега можно дать одну флеш и вторую флеш. И когда люди у вас будут занимать мидл, да, вот они там бегут, занимают. Первая флешка пролетает, потом вторая флешка пролетает. Они просто этого даже не замечают. Моменталочка именно здесь взрывается. Это очень удобная флешка, потому что тиммейты, которые будут играть, и как всегда по дефолту, да, вот сюда прилетает молотов, они будут бросать смог, да, чтобы его потушить. И после этого могут без проблем взять, выходить, убивать типов, которые будут слепые. Но у нас любят типы заходить сюда, занимать данный угол. Я вам покажу, как можно этот угол оттуда, как сказать, убрать, да. Становимся данную сюда позицию, видим вот этот вот камешек, да, и при помощи просто маленького шага и джамп-тро бросаем данный молотов. Этот молотов у нас разгорается, и ребята, которые там будут занимать позицию, они просто выгорят. Также вы можете давать флешку такую от авика. Становимся данный угол, садимся сюда, джамп-тро, флешка пролетает. И человек, который будет стоять, любит вот так вот стоять, да, от авика, прилетает флешка, и все, и человек full blind. То же самое, человек, который будет стоять здесь, да, вы, например, распикали, да, вам флешку вот дали, да, флешка пролетает, вы никого не увидели после флешки, вы можете взять молотов, кинуть его за данную текстуру, да, и человек по-любому побежит, сейвится, вы можете его без проблем убить. Также вы можете, так, что вы можете, смоки на А-сайт, на, чтобы его занять. Первый смок можете взять, брать и дать прямо с КТ, от КТ, при помощи джамп-троу, целись именно вот так, как я вам показываю. Этот смок прилетает прямо в КТ, без проблем, и можете заходить и использовать данный смок. Также следующий, сюда вот становимся, да, просто по центру так вот стены целимся. Вот видите, последняя веточка идешь. И вот сюда просто левой кнопкой мыши отпускаем. Смог взлетает прямо в точку. И второй смог. Становимся данный угол. Целимся, видите. Вот здесь заканчивается. И чуть правее вот так вот. Левой кнопкой мыши. Также смог у нас залетает прямо в КТ. И без проблем можете заходить. Также можете проводить этой флешкой. Становимся сюда. Целимся. Вот видите, вот это вот. Джамп-троу. И вот так вот еще раз джамп-троу. То есть эта флешка очень вам поможет. Тиммейт, точнее энеми стоит, да, вот здесь вот смотрит, и прилетает ему эта флешка. Он слепой, либо диксом стоит, то же самое слепой. То есть даже если вот так, я думаю, будет стоять он, да, вот он так чекает савика, да, вот так в пиксель. Потом бас прилетает флешка, ему сразу же нужно уйти, он там может замешкаться, и типы могут ваши выйти прямо оттуда и без проблем занять А-сайт, верно же? Я думаю, то, что такие гранаты тебе будут полезны. Так, давайте инвентарь посмотрим, что мы можем с вами сегодня обновить.
Да можем, можем перчатки, ножик обновить. Поэтому полетели на мой любимый сайт. Итак, после фишек на карте Ancient, да, полезных гранат, смоков, молотов, флешек и так далее и тому подобное, залетаем на мой любимый сайт, это MyCSGO. Если пополнить мощность 2, плюсик нажали, а промокод Дэнерс написали, он дает 35% депозита. Например, 1000 рублей закинули, 1350 получили. А пятак закинули, 5400, то есть 4000, да, как я закидывал, у меня 89 оставалось. Десятку закинули, 13,5 получили. После чего залетаете на главную страничку и ищете какие-нибудь прикольные кейсы. Я вам сейчас посоветую пооткрывать, у меня балик все, ну, не сильно большой, да. А какие можно пооткрывать, да? Давайте посмотрим тем же самым из ограниченной серии. Кстати, в ограниченной серии новый кейс появился, смайл, прикольно выдает. А я на нем открывал и выбил на 20 тысяч рублей скинчанский, а было всего лишь десятка у меня. А здесь у нас есть трое перчаток, трое ножей и разные прикольные скины. Также на MyCSGO проходит раздача скинов, вы можете залутать здесь без, просто... просто легко скинчански, пополняйте баланс, получаете тикеты и участвуете в розыгрыше скинов, да. А, реально, здесь многим выпадают победители мифических раздач, легендарные раздачи, эпические раздачи, редкие и обычные. То есть, смотри, какие скинчанские редкости, да. И также можете поучаствовать в розыгрыше. Здесь 20 мест, 20 победителей будет, как на ножи, перчатки и топовые авики. То есть, всегда здесь что-то проходит интересного, ну и нужно в таком как бы участвовать. Давайте, у нас 5400. Подкрываем какие-нибудь кейсики в районе 300-400 рублей. Ну да, вот кейс бустера, сахара. Давай кейс сахара откроем, сразу 10 штук. Кстати, бонус за открытие тоже получаю. Кейсики, которые, вот видите, прям вот у него нету, да, вот плюс бонус. А вот здесь есть плюс бонус, да. Здесь нету, здесь есть. У вас постоянно копятся бонусы. И потом вы можете бесплатно эти бонусные кейсы брать и открывать. То есть это очень круто тоже и удобно. Погнали, 10 кейсов сразу откроем, что-нибудь интересное вытащим к себе в инвентарь, будем с ним гонять и обозревать в новых играх, катках и так далее. Так, это открытие у нас не очень удачное, думаю, да? Да, на 1800 всего лишь. Давай 5 штук сейчас откроем. Пойдем сейчас попробуем юспы повыбивать. Давай еще разочек. О, электрический улей, кстати, это может хорошо быть, да, 4000 упало. Тут у нас 1600. И давай последний раз здесь откроем. Так, и пойдем кейс бустера теперь откроем. Тоже 10 разков. Быстро откроем. Не знаю, мне почему-то кажется, что с быстрого как будто лучше дроп падает, чем с медленного. Ну, плюс 100 рублей всего лишь упал. Но все равно главное, что в плюс, верно же? Блин, было бы хорошо, если электрический улей сейчас упал, потому что я бы пошел бы сейчас еще пооткрывать. Так, попробуем, давайте. А тут юсп, алын юсп прикольно есть. Тут либо убийство подтверждено падает, либо лесные листья, да. Да, попробуем два раза откроем. Может быть, сейчас выпадет с первого раза. Так, не выпало. А, выпало. Отлично. Сколько он сейчас стоит? 4000. Давай еще раз. Сейчас еще раз выпадет, я его оставлю себе. Мы можем 5 раз открыть. Вот раз. Давай, 2. О, выпало, отлично. Найс. Так, он у нас выпадает. А мы его по-любому оставляем, потому что у нас мы с 5000 начинали, даже меньше закидывали по промику, да, просто получили плюс, и 4000 у нас уже есть. 3900 у нас еще остается, нужно что-нибудь интересное выбить. А, тут, кстати, появился у нас киловатт-кейсик, он намного выгоднее открывать, чем в КС-ке, поэтому погнали, 10 раз откроем, что-нибудь прикольное, годно выбьем. Здесь очень часто падает топовый скинчанский. Так, на 1700 выпало. Так, давай еще разочек откроем, 5 штук. О, эмочка, черный лотос. Какая цена? 3900. Вот так вот. Вы в кс-очке залутаете такой? Я думаю, нет. 3900. Let's go. Ну и 1900 у нас остается. Можем какой-нибудь дорогой кейсик открыть сейчас. О, Scarlet Knight. Let's go. Вдруг сейчас ножик выпадет. Погнали. Тут ножик может выпасть. Ну, думаю, сейчас... Ночной кошмар, хотя бы эмочку. Ночная буря. Сколько? О, 1900 она стоит. Нормально, тоже оставляем. Ну и 270 рублей у нас осталось. 270 рублей. Давай что-нибудь из сборок откроем за 270. Вот. Starbucks, кофейку. Бац. Хамелеончик нам упал. Цена 372. Нормально, оставляем. Погнали, посмотрим, что выпало. Так, друзья, закинули мы пятачок, но тут уже понятно, что 8000 плюс еще 2 это 10 и 10 300. Ну, короче,
10,5 у нас выпало просто с пятака. Я считаю, что это круто. Поэтому залетайте по промокоду DEMS, лутайте. Плюс 35% депозиту. Это хороший бонус, чтобы поиграть что-то интересное у битья только здесь как бы игра. Такое, ребята, у нас полезное видео получилось на карте Ancient. Мы с вами просто разобрали гранатки полезные, да, и также залетели на MyCSGO, пооткрывали кейсики и выбили прикольные скины. Не забывайте промокод DENERS юзать, 35% депозита лутаете. Ну и также напоминаю тебе, что, как всегда, все полезные ссылочки будут закреплены в сообщении. Переходи, не забывай комментарии, лайкосы, подписку на канал оформляй. Ну что, не будем надолго прощаться. До новых видео. Пока-пока.